В Махачкале прошел финальный этап республиканской школьной лиги «Локобаскет». По баскетболу триумфаторами турнира стали команда «Кизляра», а в соревнованиях среди девушек первенствовали хозяева площадки сборной Махачкалы. Продолжит Дан Шугом. Школьная лига «Локобаскет» сегодня в республике, для тех, кто любит баскетбол, одно из самых значимых состязаний. Проводятся они регулярно в течение 10 лет. Благодаря энтузиастам-тренерам, которых по этому виду спорта в Дагестане осталось немного, и живет баскетбол в республике. Инициатором этого турнира является Российские железные дороги, а также баскетбольный клуб «Локомотив Кубань», целью которого является популяризация баскетбола в России, но в основном в Северно-Кавказском и Южном федеральном округе. Мне бы хотелось поблагодарить эти все организации, которые содействуют развитию баскетбола именно в Северо-Кавказском федеральном округе и также у нас в нашей республике. Финальный этап школьной лиги «Локобаскет» собрал команды, победитель среди юношей и девушек из всех четырех зон – Кизлярской, Каспийской, Избербашской и Махачкалинской, которые и выявили сильнейшие дружины республики. Турнир дает возможность детям заниматься баскетболом. У нас работают хорошие спортивные школы в Кизляре, в Махачкале, в Избербаше, в Каспийске, в Дербенте, где дети с удовольствием занимаются баскетболом. В решающих поединках за первое место среди юношей победу одержала команда Кизляра. А вот среди девушек смогли первенствовать хозяева площадки – баскетболистки Махачкалы. Очень напряженная первая игра получилась. Мы победили со счетом 24-23. И, в общем, шли на равных мы. Нам просто больше чуть-чуть повезло. Я бы поблагодарила всех игроков своей команды за то, что они отдали все силы, приложили все к этой победе. Также тренеров, которые поддерживали, которые не давали расслабляться, которые заставляли ходить на тренировки. Вот. Также Сергея Ивановича Шмарина за то, что организовывал этот турнир. По итогам тренерский штаб сформирует команду Дагестана для участия во всероссийском турнире. Пройдет он в начале мая в Астрахани. Дан Шугом, Александр Габриэлян, Рамазан Амаров. Время новостей.